Все больше стран отзывают своих послов из Израиля. Представители многих государств Латинской Америки сообщают о разрыве дипломатических отношений с сионистским режимом. Они отмечают, что Израиль прямо сейчас осуществляет настоящий геноцид палестинского народа. Боливия решила разорвать дипломатические отношения с израильским государством в знак неприятия и осуждения агрессивного и непропорционального военного наступления Израиля в секторе Газа. То, что мы видим сейчас, это безумие премьер-министра Израиля, который хочет стереть с лица земли сектор Газа. К отзыву дипломатов присоединились Иордания, Бахрейн, Гондурас и другие страны. Помимо этого, Бразилия, Чили, Мексика и Колумбия призвали к прекращению огня в Газе. Напомним, уже месяц израильская армия с особой жестокостью бомбит Газу и уничтожает палестинцев. Среди убитых уже более 9 тысяч человек. Большинство погибших от сионистского режима – это старики, женщины и дети.